Самаркандская декларация Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Решение Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества о комплексном плане действий на 2023-2027 годы по реализации положений договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве государств-членов ШОС. Решение Совета о концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных коридоров. Решение о совершенствовании деятельности ШОС. Решение о положении о почетном звании посол доброй воли Шанхайской организации сотрудничества. Решение о дорожной карте по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Решение о подписании меморандума об обязательствах Исламской республики Иран в целях получения статуса государства-члена ШОС. Решение о начале процедуры приема Республики Беларусь в члены ШОС. Решение о предоставлении Королевству Бахрейн статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Решение о предоставлении Мальдивской Республике статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества по диалогу. Решение о предоставлении Республике Союз Мьянмы статуса партнера Шанхайской организации сотрудничества. Решение о предоставлении Объединенным Арабским Эмиратам статуса партнера ШОС по диалогу. Решение о предоставлении государству Кувейт статуса партнера ШОС по диалогу. Решение об объявлении города Варанаси туристической и культурной столицей ШОС в 2022-2023 году. Решение о подписании меморандума между секретариатом Шанхайской организации сотрудничества и Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры на 2023-2027 годы. Решение о докладе генерального секретаря ШОС о деятельности Шанхайской организации сотрудничества за прошедший год. Решение о докладе Совета региональной антитеррористической структуры ШОС о деятельности региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в 2021 году. Решение о прекращении действий решений Совета глав государств-членов ШОС. Заявление Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества о действиях по реагированию на изменение климата принимается без подписания. Заявление Совета глав государств-членов ШОС об обеспечении надежных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок. Заявление Совета глав государств-членов ШОС об обеспечении международной продовольственной безопасности. Заявление Совета глав государств ШОС об обеспечении энергетической безопасности.